Друзья! Алло! Всем, дорогие друзья, всем добрый день. Добрый день. Сегодня у нас... Какой у вас он датум и тогда? Толта. Я. Толта он стан. Да, тиштан. Тиштан, да. Сегодня у нас 12 марта. И факта. Марта, это получается у нас вторник. Ну, дорогие мои друзья, ай-ай-ай, баракло, мое баракло. Смотрите, дорогие друзья, я могу немножко ходить, сейчас спиной лучше, но не совсем. Вот только-только начало мне улучшение быть. Только я думаю, мне надо что-то найти, одеться, чтобы пойти с Гонором в магазин, потому что... Om jag ska köpa lite godis till vinnaren. Да, и немножко мы что-то такое именно типично норвежское купим. У нас есть победитель. Первый победитель на программе Гуннара Войсит. И по ходу я вам все расскажу, все покажу, как это получилось. У нас есть победитель из Осунланда, да. Шотландии. Человек, который скачал эту программу Войсит, она сама с Латвии, с Юрмалы. И живет она уже 3 года в Шотландии. Вот. Я покажу человека, покажу запись, как это было. Вот, чтобы... Ходыкал Туитоле? Я говорю, что холодно на улице? Ну, немножко холодно, ну, надо одеться тогда. И вот этот победитель выиграл нам приз. А чтобы сейчас приз был бы, мы сейчас с Гуннаром пойдем в магазин. Именно найдем, именно типично норвежское, что все едят у нас в Норвегии. Это каждый норвег это любит. И вот такой один подарочек будет. Ну, там не один подарочек, там будет их несколько будут. Вот. И как бы... Именно традиционально норвежские эти вот. Так, немножко бардак. Я извиняюсь за бардак, если вы меня это видите, но это домашние условия. Вот. Так что... Ой. Домашние условия. И как бы... Мы показываем и рассказываем. Ничего не придумываем. Показываем так, как есть. Вот. А теперь... Вперед! Так вот, дорогие друзья, сейчас мы едем в магазинчик, чтобы что-то себе найти. Найти нам приз в студию. Никобович! В студию! Слушайте, дорогие мои друзья, я не знаю, помните, может, такого у нас ведущий был, ведущий именно назвали Никобович, как там, где Поле чудес вел. Что-то мне его вспомнилось. Приз в студию. Та-да-дам! Напишите в комментарии, дорогие друзья, как у него дела, кто как с ним, ну, как у него дела, потому что мне этот человек очень нравится. Он мне напоминает одного шведа, который забирал меня на лето к себе в семью. Его и эта семья звали Мельбер. И звали его Бьорн. И жена Берит. И Никобович напоминает он его и его Никобовича. Хотелось бы мне ему в жизни встретиться с ним бы так. О, потому что не знаю, что хотелось бы мне, знаете, в моей жизни хотелось бы встретиться с такими людьми, которые действительно много чего сделали в жизни своей. И вот такие люди мне очень близко ко мне, ближе по жизни. С такими людьми я очень бы хотел встретиться, а с людьми я хотел бы встретиться с Никобовичем и Раймон Паулс, наш латвийский композитор в Латвии.
Если кто-то, может быть, его знает или как-то есть возможность организовать или как-то еще, я бы очень бы хотела бы это в жизни осуществить, встретиться с Раймонд Паулс и Леонид Якубович. Леонид Якубович. Вот. А теперь за мной! Ну все, в магазине. Теперь можем мы пойти, ну, и купить то, что мы задумали. Гуянна. Что мы задумали и как бы это надо сделать. А Саша Клаза? Именно типично норвежская, на, не Pfizer, наш норвежский, этот вот твик, где наш, вот это наш норвежский, традиционально норвежский этот вот, стоит 3,5 евро, стоит, но этого стоит, какой-то, там такие маленькие, да, там? Вот так. Еще было белье три. Вот такие шушки тоже какие-то такие за 3,5 евро. Ну это не норвежское, я именно хочу вот именно норвежское. Малый польский готри, ага. Малый польский готри. Да, польский готри. Пасхальные вкусняшки на тоже какие-то. А, то же самое. Да. А какая разница это в Афушеле Меден? Оден, приз Алесон? Да. Hva som er forskjell? Ingenting. Jeg lurer deg, gutt. Слушайте, а как это получается? Два одинаковых, полностью два одинаковых. Цена вот 2,90, ну, скажем, 3 евро. 3 евро, а там 3,5. А какая разница ими? Ну ладно, возьмем подороже. Ну, не знаю, что такая цена. Так. Ну, остальные мы подарки. Ну, тут она тут есть, да? Den jeg tok. Men du hadde to. Hæ? Du tok to derfra. To jeg? Ja. Det er skammet. Du kan ha en selv. Nei. Takk. Hva skal vi kjøpe med her? Nei, jeg vil ha noe godis til påskeegg. Не пустые, их надо заполнять их. Да, да, да. Вот по сравнению уже у нас четверг уже начинаются красные дни до четверга по вторника. У нас красные дни по католически это идет, получается, обычаи. У нас начинается Пасха. В Норвегии у нас четверг и еще Вилькендаг Алтестенгт. Туштан Ог. Преда. А. В четверг и в пятницу у нас вся Норвегия вымирает, то есть ничего не работает. Так что завтра последний день рабочий, когда люди сейчас будут очень много ехать и на дачу, и делать покупки, именно завтра. Так последний день будет очень такой агрессивный день для норвежцев, потому что многие идут и на дачу едут. А дачи, конечно, у нас норвежские, конечно, шикарные. Так, мои дорогие друзья, мы купили то, что хотели, и не все, немножко и продукты купили заранее, вот. И купили заранее продукты, хлеб, йогурт, еще такой хлеб такой купил, смотрите, тоже такой интересный хлеб получается, тоже очень интересный, кстати, это йогурт такой, который очень хорошо для живота. Тут есть бактерии такие, которые
который очень витамин D. Фора и витамин D это через, чтобы в организме были эти вот нужные бактерии. Так, это я сюда положу. И остальное в морозильник положу. Морозильник. Потому что у нас четверг, все магазины, четверг и пятница, все закрыто. Все вымирает. У нас все, опять же, все вымирает. Так. Men, det er ikke bare den der vi skal... Ну, это, да. Это не только это, дорогие друзья. Сейчас покажу, что у нас будет именно нашему первому победителю программы Voice It. Потому что вы, понимаете, дорогие друзья, вы когда вы скачиваете, вы должны, если у вас есть WhatsApp, именно WhatsApp, желтый такой WhatsApp, и чтобы вам заново не свои данные не вводить, она может скачивать через WhatsApp. Скачивайте, чтобы ну, уже у вас профиль был, профиль ваш был бы. Потому что многие это ошибаются. Вот. И водичку Швепс. Так, это мы сюда положим. А, сейчас. Одну минутку, дорогие друзья. Так, подарочек, который Гуннар, который купил, опять же, это норвежский наш, чтобы было видно, что это Норвегия. Вот флажок для офиса или для дома, именно такой декоративный. Наш норвежский флаг, национальный герб, и вот такой значок, и наш значок герб. Вот. И вот таких три вещи будем мы отправлять именно нашему победителю. Винрай! Ладогор. Халу! Хай! Эндели де горе бро! Мище бедре... Мище бедре и даг! Ja, si det. Tusen takk. Så det var fint. Det, tusen takk. Ja, det var bra. Så, mye bedre. Nå jeg var akkurat i butikken og kjøpte noe, handlet noe om mat. Ja. Ja. Så, jeg kan stå på beina, lenge på beina. Ja, men det var bra. Ja, ja. Så... И теперь хочу показать наш победитель нашей программы Voice It. Сейчас я открою ее. Вот. А наша победительница... Звать ее Линда Манне. Линда Манне. Она жената, еще раз говорю, она живет сейчас в Скотланд, в Шотландии. Сама она родом с Латвии, или городочки, или около Риги, называется Юрмала. Так что она оттуда. Вот наша победительница, она первая, потому что этого человека я как бы не знал. Она с первой связалась, скачала эту программу Voice It. Вот ее адрес, я уже получил ее адрес, вот тут все указано. Но адрес я не буду вам показывать, потому что как бы это приват, получается приват. Вот, так что вот она есть победительница этого конкурса. Так, вот она нашла меня на программе Voice It. Так что вот сейчас я это могу открыть так. И вот она вот в нашем профиле. Вот она, Линда. Почему окошки нету? Потому что если у нее была бы программка этот вот WhatsApp, не WhatsApp, а Snapchat, тогда она могла через Snapchat, и тогда было бы ей, было бы этот, ее профиль, ну, фотографии. Сюда нажимаем. Ой. Дарь. Линда, Дарь. Вот она, ее первый вот. Да. Ну, короче, я...
Тут вот мы уже переписались, вот это ее переписка ее. Так что я не буду ее, как бы сказать, не буду ее включать, чтобы, ну, это как бы опять же приват. Ну, вот она из первых, которая попала ко мне. Вот. И как бы вот так. Так. Теперь надо мне конверт. А конверт у меня... Это конверт маленький, да, маленький. Ну, короче, в конверте есть... Мы сами, да, ок? Я могу влюта? Я могу еще первый. Короче, сегодня этот подарок ей отправим, потому что сегодня у нас вторник. Это надо сделать быстро, потому что иначе все будет у нас закрыто, чтобы этот прошел этот процесс. Так что, Линда, тебе большой привет от меня и от Гуннера. Так что удачи вам в приватной жизни, приват жизни и здоровья. Вот, так что вот так. Так, вот, ну, это как бы маленькое видео. Я думаю, сейчас на этом я видео, думаю, сейчас закончу. Потому что я немножко проголодался. Надо что-то покушать. Потому что я держал немножко, как бы, скажем, пост. Очень мало кушал. Гуннер был. Все время, когда Гуннер ко мне приходит, открывает холодильник и говорит: «А что ты кушаешь? Ты уже неделю жил. Что ты кушаешь?» Я говорю: «Ну, один бутерброд напополам, сыр, хлеб». «А что, больше ничего нет?» Я говорю: ну, решился похудеть, немножко живот был у меня. За неделю немножко я довольно, я думаю, пару килограмм, может быть, килограмм, может, сбросил. Потому что действительно я очень мало ел в этот раз. Вот. Ну, для меня это хорошо и нормально. А теперь опять надо мне выпить лекарство. И что-то придумать. И опять посуда у меня. Надо помыть. Так что занятие как бы к этому есть. Все, дорогие мои друзья, на этом я видео завершаю. Упал, сказал, да? Всех поздравляю с Пасхой. Здоровья. Уполское. Да, здоровья, потому что я Пасху, я думаю, вам не смогу показать. Потому что надо, я еще должен подлечиться еще немножко, так что. Вот. Все, дорогие мои друзья, с Пасхой. Удачи, здоровья. Всем пока-пока-пока. Так, ну вот, все, дорогие мои друзья, мы находимся в магазине, в другом магазине. Называется у нас Норвежский пост. Пост, вот здесь мы отправляем почту. И сейчас хочу я найти конверт, который бы подходило бы... Вот, да, вот такие надо. Нет, чуть побольше. Да, лит. Да, набор. Одну такую штуку. Да, такую штуку пошлем. И надо будет послать, будет, чем быстрее, чем лучше дойдет, я надеюсь, до нее. Так, теперь я хочу просто зайти и заполнить это самое. Так, надо заполнить адрес. Адреса она, что за адреса Ади? Да, это мой адрес, если вдруг что-то не так. Чтобы возвратиться обратно. Возвратиться обратно. Теперь мы находим ее сюда. Сюда. Вот ее на адрес. Ну, у меня почерк корявый. Так что твой будет Гуннер. И киви с адресом. Так, все. Вот тебе ручка. Давай заполняй. Линда, фролинда. Да. Так, ну вот сейчас мы заполняем. Именно перед Пасхой, я думаю, чтобы она дошла до назначения. Вот так он представляет себе, вот так он очень занято выглядит. Вот. Потому что как бы так. А на улице у нас как бы снега уже нету. Ну же, зелени у нас тоже нету. Вот.
Так, цены, конечно, я не знаю. Может быть, смотрю, может быть, есть, нет? Нет, цена там не показана. Именно какие цены. Ну, не буду вдаваться в подробности. Не буду. Так, все, дорогие мои друзья. Как бы так. Это не, да? Так, вот это отправим. И наш традиционный пич. Шоколадный, норвежский шоколад. Наш традиционный норвежский шоколад. Опа, целый кофе-вариант. Ай, да, добро. Его вент. Jeg tror kanskje jeg kom på når jeg er utlandet, så må vi skrive adress og sånn igjen. Ja vel. Vi setter på en ekstra greie, men vi får se. Ja vel. Takk. Jeg har ikke добавlet dette vårt lentetskort. Stod det действительно... Действительно... Было все закрыто. Запечатано. На 10 этих вот. 10 печатей. Доволен, еще надо кантики. Обрадуй. Гуннар, терпение. Терпение, мать учения. Ну, как бы так. Все, пойдем. Оплачем. Да. Кого-то?